Земельные участки в районе комплекса построек военного госпиталя находятся в частной собственности. Выполняя работы по договору с хозяином участка, рабочие при раскопке повредили кабель, оставив без света часть Пионерского проспекта. Как только произошел разрыв, рабочие мне об этом сообщили, я подъехал на место, оценил обстановку и сразу же сообщил в компетентные органы. Сотрудники управления муниципального контроля оперативно прибыли на место, чтобы выяснить все обстоятельства и причины аварии. Раскапывали просто траншею на меже с собственным участком. И ввиду того, что не было каких-то пометок о том, что проложен кабель и так далее, наткнулись на кабель, произошел разрыв. По установленному факту самовольного разрытия непосредственно сейчас ведется и составляется протокол. В ближайшее время подачу электроэнергии на Пионерском проспекте восстановят, но ответственности с подрядчика это не снимает. Штраф придется оплатить.